семействе Короллы впервые появился кроссовер. Причем японцы не пошли по пути наименьшего сопротивления, попросту задрав клиренс, а спроектировали вполне самостоятельную модель, получившую собственный кузов. На нем есть направленные друг на друга подштамповки. Это решение напоминает оформление боковин на Ладе Вести, но, как говорится, все совпадения случайны. По размерам Corolla Cross расположилась между паркетниками CHR и RAV4. Следовательно, новой Toyota предстоит выйти против кроссоверов Kia Sportage и Hyundai Tucson. Хотя конкуренция будет не совсем честной. У кросса сзади стоит всего лишь полузависимая подвеска. Это значит, что пока возможен только передний привод. Базовым силовым агрегатом заявлена связка 140-сильного атмосферника и вариатора. Однако основная ставка, по последней моде, сделана на гибрид. У бензоэлектрической версии дефорсированный вариант этого же двигателя, к которому пристыкованы электрический мотор и электромеханический вариатор. Суммарная отдача установки – достаточные 122 силы. Салон взят от обычной легковой Короллы. Притом панели можно заказать не только черные, но и цветные, что здорово оживляет интерьер. А еще покупателю предстоит выбрать между докаткой и ремкомплектом. От этого зависит объем багажника. Другой любопытный момент – регулируемая спинка заднего дивана. В список оснащения включены 7 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, кожаная обивка сидений плюс комплекс электронных помощников. Первым рынком для паркетника станет Таиланд, где, собственно, и делают машину. Там базовый ценник слегка превысит 30 тысяч долларов. Для понимания, столько же местные дилеры просят за маленький кроссовер CHR, а исходная Corolla стоит на 10% дешевле. Впоследствии японцы планируют вывести модель на множество других рынков, но точные экспортные планы будут раскрыты не раньше 2022 года. О наших перспективах говорить рано. С одной стороны, российская публика любит кроссоверы, вот только без местной сборки маленький паркетник вряд ли порадует доступной ценой. Скажем, сейчас Corolla, ввозимая из Турции, стоит под 1 300 000, а более крупный статусный седан Camry питерского происхождения обходится всего на 300 000 дороже.